такое замечательное мероприятие проходит на корабле, когда приглашают всех, кто уже попутешествовал менее 5 раз. Девочки, вот у меня плыли 8 раз, я только 4-й, права здесь быть я не имела, но в Америке все очень демократично, вас приглашают, даже если вы не полностью подходите. Немного показываю тот же самый зал, который я вам показывала в дневное время, вот сейчас вечером, освещение другое, смотрите немножечко по-другому. Официанты разносят напитки и еду, а на сцену пригласили мужчину, который проплавал 336 дней. И вот команда, которая обеспечивает нашу безопасность, еду, наслаждение, они делают с ним фотографии, а тот, который проплавал более года, его в зале не оказалось. Смотрите, вот поднимается мужчина, я не успела заснять, когда он скинул руку на фразу «Кто?». В зале влюблен, а теперь приглашает на сцену пройти влюбленные пары. Обратите внимание, какого возраста пары идут на сцену для того, чтобы продемонстрировать свои очень теплые отношения своим партнерам. Вот они сейчас просто вышли, побыли и начнут танцевать. Я несколько эпизодиков вам сняла с тем, чтобы вы могли насладиться вот теми парами. Обратите внимание, какого возраста пары выходят, чтобы сказать «да». Поговорили, а вот рядышком пара, сейчас они появятся, мы с ними взяли интервью, я его уже показала вам раньше, вот эта вот пара, ей 90, ему 88, на них смотреть одно удовольствие, общаться удовольствие, но вот эта вот молодая, очень симпатичная пара, ну какая молодая, лет по 65, они очень молоды, по сравнению с теми влюбленными, которые вышли на сцену побыть со всеми нами и дать вот ощущение счастья. На них смотришь, любуешься, и становится очень приятно на сердце. А у меня всегда еще и маленькая грусть, потому что наши россияне в это время, даже представить, в этом возрасте я имею в виду, даже представить для себя не могут, что они и поплыть куда-то могут, да еще и доказать свои чувства любви друг другу вот так на публике. Как это происходит здесь? Ну а теперь история возникновения карнавала. Вот его создали первый корабль 40 лет назад. За 40 лет назад некоторые умудрились целый год провести на корабле. Вот все кораблики, а аплодисменты, которые вы слышите, это люди, которые на этих кораблях плавали, они
показывают плавками свои неожиданные, что они были на этих судах. Досматривайте с удовольствием. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Imagination, inspiration, synchronicity, the elation, the paradise, the triumph. They claim the victory. Went to the spirit class. The pride. The legend. Let me build our first conquest class. The glory, valor, liberty, the freedom, and then the splendor. Our newest class is the dream class, the magic. Our current flagship is the breeze, and our newest redesign is the sunshine. And this is a rendition. There you go. Give yourself a round of applause, everybody.